Бабий Яр – урочище в северо-западной части Киева, между районами Лукьяновка и Сырец. Бабий Яр получил всемирную известность как место массовой казни гражданского населения, главным образом евреев, цыган, а также советских военнопленных, осуществленными немецко-фашистскими войсками во время Второй мировой войны. Всего было расстреляно свыше 150 тысяч человек. По некоторых источников только евреев было расстреляно порядка 100 тысяч. На территории Бабьего Яра находится несколько памятников. Главное место занимает мемориал, посвященный расстрелянным жителям Киева. До Куреневской трагедии 1961 года здесь находился один из самых больших в Киеве оврагов длиной 2,5 километра. По его дну протекал одноименный ручей, взятый в настоящее время в коллектор. Просто несколько фото и видео, как данный мемориал выглядит сейчас.